Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников. Агатон Леонард. Женский бюст. Около 1900 года. Бронза, позолота. Высота 45. Агатон Леонард – французский скульптор эпохи Арт-Нуво. За буквальным переводом этого названия «Новое искусство» открывается одно из художественных направлений в культуре последней декады 19-го, начала 20 века, для которого были характерны интерес к природным формам, новым технологиям и расцвет декоративно-прикладного искусства, случившийся при попытке объединить эстетические и утилитарные функции создаваемых произведений. Леонард выставлялся на Парижском салоне 1868 года, состоял в обществе французских художников и Совете национальных изящных искусств. На Всемирной выставке в Париже, она была в 1889 году, он получает серебро, а в 1900 уже золото. Тогда же был он избран кавалером орденом почетного легиона. Работы мастера всецело отвечают эстетическим идеалам своего времени. Чаще всего это, как и в случае женского бюста, небольшие фигуры из окрашенной и позолоченной бронзы. Формы отличаются изысканностью, черты лица утонченной отрешенностью. Произведение в целом характеризует аскетичная сдержанность, однако детали проработаны деликатно, с бережной тщательностью. Ну вот такое описание к работе Агатона Леонарда «Женский бюст», бронза, позолота, высота 45, около 1900 года, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.